С Вадимом Сергеевичем прошли, сделали обход по поликлинике, посмотрели, как идут вопросы профилактической работы, плановой помощи, вакцинации. Обсудили мы сейчас, как у нас идет наша реализация всех планов. Вот руководство больницы несколько лет назад достаточно рациональный план предложили, такой долгосрочный план, 5-6-летний, связанный с оптимальным размещением объектов здравоохранения в городе Назарове и в приведении их в соответствие, не только в соответствие, но и с модернизацией некоторых вопросов. Этот план ориентирован на то, чтобы сконцентрировать специализированную стационарную помощь в больничном городке в Боре, подготовив там соответствующие площадки, проведя реконструкции и максимально сконцентрируя всю стационарную круглосуточную помощь в этих подразделениях. А в, соответственно, подразделениях структурных, которые находятся в городе Назарово, максимально уделить внимание модернизации, ремонтам, там, приведению в соответствие поликлинической части. Соответственно, этот план сейчас уже обрел реальные очертания. В рамках программы модернизации сейчас у нас запланированы первичные мероприятия по разработке проектно-сметных документов и на начало ремонтных работ деньги заложены на 3 года.